Всем привет, уже 5 часов дня, сегодня вообще ничего не снимал, было очень много работы, времени вообще никакого не нашлось. В общем, сейчас пойду за Таней с работы встречать, и может быть какой-нибудь выпуск получится, посмотрим. Обожаю влоги Кейси. Кейси Нейстед, если кто не знает, самый крутой видеоблогер, ютубер. У него сейчас 12 миллионов подписчиков. Он первый, кто начал снимать ежедневные влоги в формате кино. То есть кинематографичная картинка, там, сценарий, история вообще на вашем уровне. И снимал он так год подряд, и еще, ну где-то полтора года он, в общем, снимал без остановки. Сейчас он уже немножко успокоился, чилит, отдыхает. Вот, в общем, вообще крутой чувак, кстати, и я с него начал бегать. Он просто офигенно мотивирует. Советую всем посмотреть. Погода сегодня адская, поэтому без кондера вообще никуда. Сейчас 20 градусов. Такой самый щадящий режим. Потому что жарище, пекло, я не знаю, как еще. Еще только июль, август. В общем, 2 месяца терпеть эту жару еще. Ты на время прыгаешь? Нет. Мы сейчас немного в футбол поиграем. Они хотят в футбол поиграть. Футболисты. Когда ты был маленький, ты папуша нашел. Папуша. Что делал? Носил памперсы. Да все маленькие памперсы носят, потом вырастают. А я вообще не была. Знаешь, пожалуйста, выходи. Знаешь, вот чтобы здесь не закатился он. Заходи, я буду осторожно. Я ёбан, не будет. Сейчас включу. Зачем? Мы же будем играть. Дай. Все, закругляемся. Бери волка. Волков с собой возьмем. А что мы с ними делать будем? Кушать волков. А они вкусные? Конечно. У них мясо есть. Мясо? Ну ладно, тогда берем точно. Раз они такие мясные, вкусные. Составляю компанию покушать. Да? Время уже 10 часов вечера. Я никогда так поздно еще не монтировал видео. Сегодня времени вообще не было свободного. Поэтому особо выпуск-то как таковой не получился. За что я сразу извиняюсь. Завтра я постараюсь все наверстать, потому что завтра будет насыщенный день. Но я, кстати, тихо говорю, потому что уже все спят в позднее время. В общем, но самое главное в том, что я все-таки выложил сегодняшний 90-й влог, потому что это как в спорте, как вообще в любой деятельности, если ты хоть один раз пропустишь, или один день, как со влогом, то все, это полный провал. То есть этого вообще никак нельзя допустить. Поэтому лучше уж что-то выложить, чем ничего не выложить в плане видео. Поэтому до завтра. Завтра, обещаю, будет очень насыщенный выпуск. Завтра увидимся.